Чендлер, воспекайся в сову на леди в хиле побоев четвертым хилом. Так, реинкарнация, Машулечка, подходите. Все тут можно фулбафы давать. Если там кого-то рыба или кто может ставить, я могу рыбу дать. Ну дай мне попробую, если нет, я тебе верну. Я просто не знаю, мне выучен этот рец или нет. Теряем туда, он может ставить. А, все. 425 кулинарка прокачана. Кушайте рыбу. Так, все напулы будем на ретрамблера тут давать. По тактике с шаманом надо ачивка. Так что если там проваливается, то будем падать. Так что РДД будете переключаться. Зависит от вас, будете шипы сразу сливать. Будем быстро проходить. Пишите там, кто на квесте кроет и куда это получает. Так, Машулечка, тут подходи. Что-то, Машулечка, подходи. Маша, подходи. Иду. Так, ну давайте, вроде все тут, чек на пул. Дайте прото, там все дали. Давайте, если готовы, начинаем. Давайте под жопу становимся. Смотрим шипы 2 секунды, РДД, готовьтесь сзади шипы бить. Так, смотрим шипы РДД сзади. Сзади шипы, бейте шипы. Все, убили, молодцы. Ой, блин, я роздал. Твою мать. Нормально. Так, смотрим шипы сзади, РДД, поворачиваемся назад, смотрим шипы. Так, сзади, нормально. Танки, разбегайтесь. Чендлер, можешь рискнуть скрыться. Давайте, ничего не стопаем, слушай, ходим, захиливаемся, все. Давай скрыться. Герца. Заканчивается и сразу под ребро становимся. Идем под ребро, смотрим шипы. Давайте под жопу смотрим шипы. РТД играем по шипам, 2 секунды шипы. Все, переключились по шипам сзади. Шипы сейчас сзади будут. Смотрим шипы, нормально. Под мордой босса не стойте, ваш там пробивает. Вы видите, как ребро стоит? Встаньте в печеньку все. В ромбик. Все, добивайте. Надо что-то кому-то. На мейн спектр, на успех. Так что, может, по пути пойдем? Ну, можно пойти. Родни там в какой-то пати. Первый. Так, DreamFif, там у тебя протоспех, ездишь? Текайся в танк, третий танк надо.
Челлер, хилат, успекайся. Хилите, рейд, хилите. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа. Там есть у тебя портоспек, Дримфиф? Нет, монбанк мне просто, да. А, ну, портуйся пока. Так, шоп атаки. Короче, будем ждать 3 трэша. Если там будут лишние, я буду их метки ставить, будем их сливать точечно. Дримфиф будет справа танчить, Поклонский слева. Леди будет на лестнице танчиться. Трэш вообще не бьем. 3 трэша ждем, потом заливаем. Будет много меток, так что она будет диспейрить хилы. 4 хила будем диспейрим сразу. Тут будет очень много меток. Дайте порт с Даларан. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Мак, главное не вставай, сейчас кто тебя убьет, скорее всего. Да, что-то меня убивает всегда. Ой, у тебя хилоспек есть? Тек, я тоже в 5-го хила похилишь. Я тут стакать буду по меткам смотреть. Все, скорее всего, вставай. Скерца. Скерца. Скерца все равно так и говорит. Ну, скерца. Скерцо. Скерцо. Я правильно сказал? Поставить рыбу для тех, кто падал? Не, у меня да, есть, спасибо. Я сваливаем. Тратьте. Хорошо. Так, ну что тут? Ну, капли сразу сливаем, там, как обычно, звездопады не даем. Спекайся в танка. Так, сейчас ману отопьем, будем начинать. Ну, давайте, самая сложная фифка. Дайте пулбаф помогу. Смотрим, 3 танка, сейчас их хватит, перекину. Че, смотрю, вроде воля никому не нужна, да? Поменяйте ауру коня на что-то стоящее. Дримфиф справа, Поклонский слева. Давайте 5 хилов, хилим хорошо, будет танков сильно пробивать, чек на пол. Леди будем так подбивать, я там скажу с стопанем. Говорил, Трисия зайдет, он зашел. Может самануть его? О, да. Привет, Трисия. Дворка? Ну еще раз скажи, Ваня, где по танкам, кто где? Поклонский слева, Дримфиф справа, БДК, Леди танчит там сверху на лестнице. Здорово, Сашка. Привет. Привет. А кто такой Дикам? Не знаю. Это тот. Дайте под руиду бафы, каску, лапу, листобал, баф. Лапу я и сам могу. Саня, короче, Саня, Леди не бьем, там ждем 3 трэша, буду говорить по меткам, что сливать. Сливаем только точечно. Давайте, чек на пул, там готов уже? Смотрю. Да, блять, молодцы, спулили. Давайте, берите пока Леди, скажу, когда стопнуть. Трэш не бьем. Кнопка дай, протопал. Такого прота не надо. Где там что, Стрикс и Беликс? Так, давайте печеньку сливаем, лишняя печенька. Так, диспелим. Сказал.
контрольте. Да, не бейте трэш, чего там присты с сушением бьете? Я же сказал, блять, не бить трэш, только точечно. Ёжик с него, ты долбоёб или нет? Стоим, ждем трэша, леди, ну можете еще побить до 20%. Клоунская, дай мне каску, Жень. Да лучше стопнуть, наверное. Стопайте. Стопайте. Там 25% нормально. Там метки доставь, потом кого сливай. Так, печеньку сливаем. Дайте контроль, хандро. Так, трусы сливаем. Диспельте проклятие. Диспельте. Так, одну юбку сливаем. А, не, юбку не бейте, нормально. Ладно, слили, хер с ним. Так, ждем еще одного трэша сейчас. Кипите танков. Петов уберите с босса. Можете печеньку слить. Ты не в силах. Контрольте. Так, леди не бьем, смотрим. Так, смотрим, нужна скелет, короче, не юбка, а скелет. Кильти Поклонского. Наш переродился, да? На скелета. Угу. Так, юбка есть, скелета нет, ждем пока. Ну ладно, переродиться. Так, давайте, переводите, леди, нормально все. Машулечка, вставай. Фанатика, заберите с меня, чтобы вам сука не убили. Переводим, леди. Дайте им на хп присты. Кособокова кайте, на ком кособоки. Диспельте проклятие. Все, кто может. Все, кто может, помогайте диспелить. Мана, пожалуйста. Леди сверху там танчи. Да нет роста. Кособоку, леди, кособоку вас заберите. Диспальте, диспальте. Дайте имя на ману. Падаем. А не слишком много трэша мы оставили? Надо 5, а у нас тут 20. Ну, на 5 раз по тактике. Помогайте там диспарить всех, кто может. Там друиды, маги могут диспарить. Проклятие. Да, трэша. До хера было. Ладно, теперь будем тогда точно трэш убирать. Буду ставить метки, которые трэш не сливать. Остальное будем сливать. Пусть прото бафает, нас ДЦ нету, а тут лучше пусть прото будет. Там каски, по-моему, Поклонский дает. Я Поклонскому сказал каску баф. Не знаю, кому ты бафал, каски не было на мне. Нужный момент. Не спорьте, леди, в тот раз. Есть джилс у кого-нибудь? Есть джилс. Тогда Поклонский будешь танчить трэш, остальной трэш будет сливаться. Паладин там старайся весь трэш по возможности собирать, который дремфих. А Поклонский к лестнице отводи его назад, там танчи. Спасибо. Все, все тут можете фулбаф давать. Нет, ты метки только танчишь. Но
заливаем весь трэш, кроме меток. Теперь будем 5 штук точечно брать. Что не получилось зергануть. Давайте фулбафы там, лапу дайте. Давайте чек на пул. Сейчас я топлю на... Копар готов? Да-да-да. Ну ладно, давайте сиятовы пока так. Пойдем там, подойдут. Пулите. Сливайте до 20%. Так, давай поклонский, звездочку забирай, чайку забирай. Остальных всех можете сливать. Кстати, проклятие. Так. А скелета он пусть забирает. Трусы. Его. Да, трусы можешь забирать. Помогите, как-то встаньте ближе к лестнице. Не трогайте тех, которых мобов стоят отдельно. Он отражает, я не знаю. Попробуйте на Кособокова кинуть крестовскую эту фигню. Так, давайте эти три метки не бьем. Не бейте, леди, не бейте больше. Петов тоже уберите. Так, давайте. Луну не бьем. Так, контрольте, контрольте. Сейчас я с контроля выйду. Заберите моба с меня. Любой. Так, давайте фанатика, а не перерожденного, черепок не слейте. А, черепок сливайте, сливайте черепок. Так, юбка есть, скелет есть. Печеньку можете слить, печеньку сливайте. Давайте ждем еще одного трэш. Новый трэш не сливаем и переводим. Заберите. Так, стойте, не бейте, леди, не бейте, не бейте, 4%. Не бейте, не бейте. Блять, нахера рост. А, это я роздал. Все, сливайте, леди, переводите, трэш не бьем. Давайте, трэш вообще не бьем. Так, дайте рост. Все, только в леди играем. Смотрим, ближе к леди отойдите, чтобы там, если фанатики переродятся, чтобы они вас, короче, не шотнули. Да был бы на этом мире скелет. Знакомым Кособокий, кайтите. Диспельте. Ой, блять, не надо было Кособокова в рейд вести. Диспельте. Кособокова от рейда всегда. Только точечно лети бьем. Будет ачивка, еще не будет. Блять. Какой-то не считает моб. Неизбежно. Может, она была у всех. Ну ладно, другой раз сделаем. Самая босса не ачива. Давайте спекайтесь обратно в ДД, там Чедлер, Войд, спекайтесь. Надо кому-то ачивка с кораблей. На автоматом это делается. Нифига. Типа там... Не, класс, не будем делать. Больше двух раз нельзя перелетать, вот как, да? Да он автоматом сильно дается. Нифига. Значит, третий. Надо...
Надо кому-то ачивка? Кораблей. Да она у всех есть. Никому не надо. Это полный контроль за всех. По-любому. Тут просто за льдом все пришли. Благодарю духов, что они послали нам вас. Че, кстати, осколка? Небес уже улетел. Не было. Быстрее на борт молота Оргила. Не, квест делать не будем. Долго, там еще Гера будет. Трэша колокол общается. Видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлёту. Ну, вроде кому-то надо. На ивент. Ну, ивент еще полторы стоит. На ДФБ можно взять, кстати. Я думаю, что есть получ 3. Ну, как вариант. Чё, Трися, как дела? Огонь. Пушки там сами разбирайте сразу, садитесь. Ты сегодня не пьёшь? Чё, должен? Ну, блять, обычно каждую неделю вроде. Раньше было. Не? Бывает. Ну вот я про что. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом. Сейчас же не вечер. Фортрон, взлетаем. Видите? Что это там вдалеке? Собакобаф, там присобафин, ту каску. А можете написать на том король-то? Корабль Альянса! Все на палубу! Да это норма, чё? Вообще пофиг. Давайте ачивка, тут никому не надо, просто сливаем. Давай, дыка, лети, сейчас мах выйдет. На рейд можете тоже лететь уже. Бейте мах, вышел, бейте маха. Что вы прилетаете? Давайте мага сливаем последнего. Передайте, добивайте. Надо кому-то ачива сурка на метке. Там, по-моему, чтобы меньше трех меток было.
Зелял еще испортил, вот так. Да, она проходная, только там рейнджмонта набрать, если ачивка надо. Сразу там запускайте. Не, ну если кому-то надо, то надо в рейнджу желательно ставить. А здесь я котом играю? Да, в коте будет все время. Кстати, кто это спросил? Чентер? Да-да-да. А там совы нету? Нет, у меня совы нет. А ну котом играй. Там котом все время играй, короче, кроме Вальки. Окей. Три аршана, что? Mm-hmm. Так много, вдвоем бы хилит. Да я и рейдер, может, отвлекусь. Ничего не запустили. Знаете, там, смотрите, что плохо не хватает. Обычно просто сливаем. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича! Так, слышно? Да. Бля, Воля, Воля, мне, короче, Воля нужна срочно. Просто срочно. Ну, короче, я вас могу обрадовать, у меня интернет вылетел. Сейчас сижу, жду. Ладно, хоть в ящике. Воля упала? Да, мне Воля нужна. Да. Вот капр пы, вообще заебись. Все, русские диверсанты добрались. Помни
Помните о чести, герой. Ой, блядь. Ваня, давай заходи быстрее. И заходи, Ваня. Мне кажется, он все равно лут не сможет получить. Не буду дальше пока. Сейчас стоять. Чего там, открыли портал или нет? Ваня, что ты заходишь? У вас там 6 персонажей, вы можете портал открыть? Я сейчас офигею, если Ваня не зайдет. Ты должен зайти. Ты должен зайти. Если на кровняк задонатишь волю. Ага, хули. Фишку забыли. Ну когда, блядь. Ну Ваня, блядь. Даже ничего специально не заходит, что ли? Так его ВРК даже нет. Курнёва на это выбило. Так он с телефона заходил, наверное. А-а-а. Да, у него какой-то голос такой был. Никак. Ребят, кстати, тоже, ты что, микрофон поменял? В смысле, что, лучше стало или нет? Просто другой. Давайте лучше варенька на новый интернет скинемся. Как там говорится, с миру по нитке, да?
конечно, давайте просто трэш почистим там на совет. На это, на варку. На это. Воля просто в минус. Пиздец. Да, блядь, все, ящик пропал. Пиздец, сука. Придется тебе ехать провайдеру ебало бить. Придется, хули. Бля, тут хоть матами можно поругаться. Че, он зашел, нет? Нет. Блять, 2 и 11 сентября будет, если копарт едет. Просто нормально. Короче, с вами воля нахуй. Геровская. Просто на малиновой девятке подъезжает полный тротила, блядь. Вырезает провайдерские конторы. Происходит гриф. Шахматы катать. А то сейчас уже с египтянами со всякими играть. И как египтяне играют? Их, наверное, ладья там как конь ходит, да, вот нихуя не может понять, что творит. Я смотрел это, ролики там, почему. Пешка как слон, нахуй, по диагонали бегает. А ты знал, что до 15 века перси ходил на одну клетку наискосок? Нет, я не вдавался в историю шахмат. Потом только его, ну, сделали, чтобы во все стороны ходил, сколько хочет. Короче, смотрел ролик, там чемпионы сидят, короче, ну там уже все окончание, короче, мало фигур осталось. Ну, это... Так, слышно? Да. Ну все, Ваня... в интернете далее закажу. Ваня, с тебя воля нахуй. Блин, сказал же, надо было групп поставить и все. Да, толку, если я там вылетел с концами, то первый, кто умер, там выйти бы не смог. Пошли эти ловушки, ловушек нема. Ну просто я. Просто воля пропала. Да. Хреново. Поздравляю тебя. Ага, мне как раз ее не хватало до капа РПБ. Ну это знак, что с Геры выпадет. Придется тебе Геры его хендом брать. Угу. Я давайте нравом волю. Невзирая на это, как бы, да? Да. Мне нет, Алик, я согласен с таким. Надо кому-то ачивка со слизняками, чтобы он не взорвался? А как называется? Танцы со слизняками или как-то так. Просто выходит один... Да там, да, как обычно делаем, убиваем, потом если расскажу, кому на рейдж выйти. Сбрасывать можно там ретрики, баблы, не всякими, блядь. А гиглыбами. Ваня, поди дашь этого лутера войду? Нет, давай не мне, кому-то другому. На тебе просто лидер, а мне ассист, Таш. Так, Чандлер. Ты отошел, да, туда за дверями встань. Окей. Ну, давайте все тут, там, да, ассиста мне, можете фулбаф давать. Ну, короче, убиваемся, как обычно, если что, там будет первый большой слизень, второй большой слизень, протопал заберешь его. А тех будем выходить на рейнджу уже, каком будет там, милик, РТД, неважно. Протопал там в сторонке станешь, можешь просто их танчить, стоять, тебя не убьют. Славик, обновим по 5. По хантам.
Пристабаф. Давайте чек на пул. Пристабаф дайте там. Филипп. Маги. Так, Роджер, что не хватает? Тирент. Что там, Тирент тут? Ну, он бежит. Там есть, я бафы, все есть. Вроде все есть. Ну давай, Декар, начинай. Под жопу становимся, там, не перебегайте, ничего, просто стойте, домажьте. Только под жопу станьте, кроме хантов. Она все дрожит. А, да ничего страшного, говорил, отойдет. Давай, Аладдин сейчас будет большой в центре, а то все 5 секунд. Все, забирай где-то в сторонке, вот Анчи просто. Хмели сунели дальше, беги, беги, хмели сунели, чтобы не стакался с большим. Нормально. Я тоже выбил. Давай. Ну, наверное, сейчас в мелизону побежи, скорее всего. Что-то все забирать в Аладдин. Она нормально. Не, она мне. Ну, то все, можете бежать, короче, успеете добить. Как, наверное, нахера мы ее делали? Надо какой-то объект. Ну, скерцу отдавай внутри, не без понтовья. Перчатки. Кровь надо кому-то. Потрясающе. У меня нет цели. Так, ну тут все просто. Паладины, давай, Дримфиф, освободите все ауру от тьмы. Дримфиф поставишь ауру от тьмы. У тебя там сакра вкачана? Чат мастера аура. Мастера вкачан, да. Короче, вкачан. Первые две споры в сторону выносим. Вторые споры, ну, в смысле, последние, третьи споры. Квадратик, трусы, снесемся. Один раз и все. Дашь мастера аура на выдохе, а протопал сакру даст. Там никто не умрет. Просто первые два слизня в сторону вынесите. Если на вас там будут дебафы, то вы на третьем слизне не избегаетесь из тех, кто выносил. Так, ну, вроде никто не бафал, сейчас манури с ним.